Выжить без воды и света, не попасть под перестрелки террористов и защитить от них свою квартиру. Дозвониться в оккупированные города очень сложно. Сегодня удалось связаться только с жителями Луганска и Ясиноватой. Послушайте, что там говорят. Сегодня студентов профтехучилищ объявили, что они должны выйти на двухмесячные отработки на правительство ЛНР по рытью окопов. В основном террористы кучкуются на окраинах города. Ходят люди с самыми разнообразными нашивками, то есть реальная ситуация махновщина. Человека может схватить на остановке, либо вытащить из автомобиля, забрать, что им нравится. Начались непонятные визиты по квартирам, то есть представляются самыми различными формированиями ЛНР и народной милиции. В случае, если человек не открывает, то просто начинают выламывать двери. Стреляют каждый день, с утра до ночи, ночью стреляют. Ну, где-то с окраин, куда-то неизвестно куда они стреляют. Повредили осколками. И свет, и воду постоянно, ну, бывает, воду перебивают, там где-то они стреляют, бывает, выключают на день-два, воды нет. Комендантский час, 10 часов у нас.